Как ваше настроение? Да? Играть готовы? Интерактивная программа, веселые конкурсы с аниматорами и зажигательные танцы. Все для того, чтобы в простой форме донести до детей важную информацию о том, как сохранить планету. Сотрудники ДК «Контакт» провели развлекательную программу для детей в преддверии Дня эколога. Мы с ребятами играли, веселились, развлекались, танцевали. И через игру, через танцы, через развлечения мы узнавали, что такое экология, что нужно беречь планету, как это делать. Детям рассказали, как вести себя на природе и правильно сортировать мусор. К веселью присоединились и родители. Мы решили тоже поучаствовать в этом мероприятии, и чтобы мой ребенок побольше узнал об экологических мероприятиях, об экологической ситуации и об экологии в целом. Мероприятие прошло в рамках партийной программы «Чистая сторона». Если дети где-то будут своими родителями на пикнике, они уже не позволят выбрасывать там бутылки пластмассовые, мусор оставлять. То есть в такой игровой форме им прошло обучение, как нужно обращаться с бытовыми отходами. В ходе праздника детям и их родителям раздали сертификаты на 3000 рублей. Эту сумму можно потратить в сервисе на услугу по очистке воздуха в автомобильном салоне.